Правительство нашей страны приступило к реализации плана первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин. В целом же обсуждали меры поддержки российской экономики и использование средств Фонда национального благосостояния. План мероприятий, направленный на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности, многократно обсуждался не только с министрами, но и с депутатами парламента. Естественно, что первоочередными задачами этого плана являются обеспечение и поддержка промышленного, аграрного производства, банковской системы, рынка труда, малого и среднего бизнеса. Но главное, конечно, нужно обеспечить качественный рост экономики, не забыть про системные задачи, про диверсификацию экономики. Все это в плане есть. На совещании говорилось о непростой ситуации, в которой оказалась наша страна, и что на преодоление негативных последствий экономического кризиса и санкций потребуются дополнительные ресурсы, средства резервных фондов, в том числе и Фонда национального благосостояния. Напомню, что по состоянию на 1 января 2015 года объем средств ФНБ составляет 4 триллиона 388 миллиардов рублей. Прежде всего, считает президент, эти средства должны быть направлены на крупные инфраструктурные проекты. Сейчас важен системный комплексный эффект для всей экономики Российской Федерации. Ксения Яснова, Время новостей, Новоогарёва, Московская область.